собрали на складирование домики, которые были сделаны изначально для утят, чтобы на следующий год их поставить вновь. Чтобы вновь были новые утята, и им было комфортно на пруду находиться. Мы хотели бы поблагодарить дирекцию, потому что без их неоценимой помощи нам было бы очень тяжело. Да, они нам помогли организовать это мероприятие и сделать это доброе дело.